Море, пляж, спорт, друзья. Именно так выглядит летняя оздоровительная кампания Ставропольского государственного аграрного университета. Бесплатный отдых на берегу Черного моря – это подарок самым активным студентам. От ректора Ставропольского ГАУ, академика РАН, профессора Владимира Ивановича Трухачева и партнеров вуза. На самом деле очень круто, что в течение года мы работаем, стараемся как-то проявлять себя в каких-то мероприятиях, и потом нам дается такая возможность поехать на море такой большой командой, отдохнуть. И хотелось бы сказать большое спасибо ректору и партнерам, что дается такая возможность. Была очень интересная программа, каждый день что-то новое, новые пляжи, новые люди. И спасибо правкому за то, что делали еще вечернее мероприятие. Студенты лучшего аграрного вуза страны не только отлично учатся, но и активно отдыхают. Активисты не только наслаждались Черноморским побережьем, но и с энтузиазмом принимали участие в экскурсиях и спортивных соревнованиях. Вечером все собирались для игр, танцев и вечерних дискотек. Хочется сказать спасибо большое Ставропольскому государственному аграрному университету за возможность побывать на море, провести эти 5 дней в кругу действительно амбициозных, молодых, интеллектуальных людей. У нас все проходило в режиме нон-стоп, мы курсировали с одного пляжа на другой, действительно было очень весело и увлекательно. Ребята провели 5 незабываемых дней на солнце и в море, отдохнули, набрались энергии и вдохновения для активного нового учебного года. Анастасия Погребная, Минжилов, Роман Нехорошев, Диана Серегина, Родион Колчанов. Пресс-служба СТГАУ.